Детские забавы с любимой бабушкой. Вот так ради шутки внуки огонь открыли из пневматики по своей родственнице. Теперь женщина пытается оправдать их. Говорят, что стреляли играющие детишки. Но вот бабушка из Грузии, которую они обстреляли, говорит, дети просто баловались, не заряжено ружье было. И все происходящее называет она безобидной забавой. Да, мяч мивец им гец и герой, когда их не рос, а максулота давчева, бебия, если видео, что не удешь, наситлись мере, румок тебе, завхеда, то бебия, сасе, да, бебия, что не могу, он там эти мяч уэцы, никан, и царели им, а сакапи, Ну вот сам внук, который держал ружье возле бабушки, от журналистов сейчас прячется, убегает. А уже внучка Нонна, она снимала происходящее. Уверена, ничего плохого с братом не делали. Они наоборот, таким образом хотели запечатлеть на видео свою любимую бабушку, чтобы как-то в памяти осталась она у них. Арапес обзнуд, хумроздит убралот, райко и те исети анахес убралот, как же буливан анахес, им видео кадши исети ро, исети агаца мопа ам убрало агацас. Мы ам видео сгада гвит, нам ставария бебиачем, зиани армии укене вида бебиачем, че нам видео сгада гвит, ашу гвит сухе. Видео сро, асицерис мере, ро агарик не ба ухурот, ра ари амашит суд. Мел пира да арапес обзнуд, амашит суд. Я напомню, что подростки в Грузии обстреляли свою 78-летнюю бабушку из пневматического ружья, а затем разместили видео в интернете. И вот по факту таких шуток несовершеннолетних сейчас возбудили уголовное дело.